слушаю тебя, Настя. Я могу даже вот так тебе встать. О, вот так лучше. Скажи, контровый свет играет фокус. Да, вот то, что у нас получилось. Мираж плюс наш волшебный гель. Это один к одному, да, практически? Практически. Да, один к одному. Наша византийская штукатурочка уже покрыта волшебным перламутровым гелем. Все остальное будет лучше видеть. Давайте с нами. Может, вот я могу как раз, да? Сейчас Олег покажет, как мы наносим, да? Который не возьми пластиковую шкатулку. Берем чуть-чуть. Да, может, нет, да вот здесь, на вот эту. Вот я что-то хочу. Ну, конечно, мне хорошо видно разница. Не знаю, как. Мне кажется, на той стороне будет еще интереснее. Ну да. Да, это Олег хочет поджечь верхушки. Главное, она... Сейчас я с этим давай еще.